Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, подарочек в магазине, сразу его заберем. Ну и, наверное, пойдем по заданиям. Так, что у нас там за подарок? Так, вот 15 монет, 15, ну, монеты мне нужны. С монетами у меня сейчас беда в данный момент. Потратился непонятно на что и зачем вообще. Так, меня не беспокоить пока, не надо. У меня сейчас ответственные, как говорится, задания. Так, нанести 60 тысяч урона. Выиграйте 3 раза бой. Бултара или Шелли. Джесси, Нита, Пайпер. Макс, Бас или Газ. И режим столкновения. Ну, я, наверное, блин, режим столкновения не хочу. Давай поменяем. Грифом 5 боев выиграть. Гриф где-нибудь есть? Грифа нигде нет. Можно тогда еще разочек, наверное? Ага, можно. Нельзя, нельзя обновить. Ладно, друзья, тогда пойдем играть за за Пайпер. Ай, твою налево. Ну ладно, ну что, Пайпер так Пайпер. Мне все равно ее надо когда-то прокачивать. Рано или поздно. Выбираем ее. Никакой не броубол. Большая игра. Чушь какая-то. Так, новые события. Побед до мегазвезд. Ну, я не знаю, давай попробуем захват кристаллов. Пока. Пайпер это для меня, конечно, уникум какой-то. За него надо уметь играть. За нее. А моими корявыми руками только играть. Пойдем, посмотрим. Кристаллы, блин. Меня вырубили. Ну, как всегда, ребят, я на рожон полез. Это ожидаемое, думают, меня. Ни для кого. Это не новость. Так, Була тоже убили. Так, а что Ниту-то никто не стал бомбить-то? Ёпрасоте. Так, Бул Кривозадовский. Смотри, что творит, а. Ты погляди, что он вытворяет. Так, Динамайк. Понятное дело. Да зачем ты, Рэй, делаешь это, блин, потому что я постоянно жму не на ту кнопку, ребят. Кто там идиотически так ржет, а, ребят? Скажите мне на милость. Просто идиотически. Да ну куда ты, ну куда ты, Рэй, ну. Прыгаешь ты, попрыгунчик ты несчастный, а. Выиграли, короче, друзья. А, это ржет, наверное, вот этот пингвин. Точно, скорее всего, это он так хихикал. Девятерых он шатал, нормально. Так, ребят, ну что, у нас только началась, как говорится, карьера повышения нашей Пайпер. Ей еще очень долго добираться до 10 уровня, но тем не менее. Надо нам это делать. Погнали. Будем привыкать. Единственное, что вот я держу на этой кнопке постоянно на автоатаке. Ну и вы сами прекрасно знаете, что когда у меня накопилась ульта, естественно, она срабатывает автоматически. А этот спит, как всегда, засыха. Нет, очнулся. Так, минус Шелли. Мы забрали, да? Мы забрали. О май гад. Даже Роза там не помогла. Ха-ха-ха.
Да, тут немножко, конечно, не... глупо делают, если это вообще игроки, потому что... Ну давайте Шелли-то пригвоздите. Пойду я так вот сделаю. Наверное, нам дают таких легких игроков. Пока что у меня персонаж, как говорится, какого-то второго уровня. Может быть, из-за этого. Ха-ха-ха-ха-ха, как весело, блин, а. Как весело тебе, я смотрю. Но, тем не менее, мы с тобой сейчас 3 задания-то выполним уже в скором времени. И получим еще одну звезду. Тут, извини меня, а что это? Это, наверное, скины какие-то новые, да? Типа трансформеров. Оу, паровозник. Твою налево. Ту-ту, сейчас начнет тут. А че ж ты убежал-то? Друзья, у паровозника... паровозника, правильно, вот так вот заберите у него там. Да куда ты опять-то, ну... Так, грифы разобрали. У нас 7, ребят, кристаллов. 8 уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо забирать это все. Да куда ты, Рэй, лезешь, блин? Собирай, собирай, собирай. Да, он там сидит, сидит в кустах. Шикарно. Выкрутился с горем пополам. Семерых ушатал. Нормально. Нормально, я тебе скажу. Так, уровень 4. И 2 задания мы уже, как ты видишь, сделали. Так, билет дам. Хренушки нам, а не билет. Хренушки нам, а не билет. Слишком мало дают. Или слишком много нам нужно насобирать. Ладно. Так давно я вот этого хмырёныша не видел. Да Дима. Да Дима. Величать его. Опа, у них тоже, ребят, Пайпер. У них, друзья мои, тоже Пайпер. Давай так сделаем. Нормально. Да, у грифа ничего не получилось. Хотел там протихариться, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, вот это... вот это мы сейчас лопухнулись. Нет, слава богу, забрали, успели. Успели. Так. Но у меня, слава богу, не было кристаллов. Так что Динамайк, тебе одному отдуваться. У тебя 8 кристаллов на руках, так что не высовывайся. Так куда ты опять со своей ультой-то лезешь, блин? По-моему, это боты, ребят.
Кристалл-то собери, дракончик. Бегает там, обделавшись. То ли мы против ботов, то ли я не знаю. Ну что, выжидаем теперь просто время и все, ребят. Да, выждали и победили. И, по-моему, я за Пайпер выполнил все задания. Динамайт тут молодец, красавчик. Ничего не могу сказать. И еще при этом получаем 5-й уровень. Сверхредкий. 100 монет. Трофейная лига закончилась. 4 блинка получил. Так, ну что, получается у нас Шелли Бултара, Бас Газ, Макс, Гриф, парное столкновение или горячая зона. Горячая зона. Не хочу я, блин, дай мне лучше горячую зону. Так, побег с трофеями. Закончилось. 21 блинк, 201 монета, 60 силы. 50 силы. Так, 3 звезды мне дают, да? Ну, еще 100 монет и все. Все, ребят. Так, и билет здесь. 100 кредитов. Блин, еще 200, ребят, кредитов берем и открываем нового персонажа. Так, значит, Бас, Макс или Газ. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой... Газа возьмем, блин, нам надо его все равно прокачивать. Заодно, друзья мои, как тебе это объяснить-то? До 10 уровня попробуем, ну, приблизиться, по крайней мере, и выполним за него задание. Блин, прикольные трансформеры, а? Что я выбрал? Твою, блин! Херей, блин! Подожди, роботы? А при чем здесь роботы? Пора бежать. Я не знаю, что за фигня. Пора бежать. Куда бежать? Зачем бежать? И, ну, я так понимаю, выиграли. Но, друзья, я не хотел побег с трофеями. Это фигня полная какая-то, побег с трофеями. Пойдем вон в нокауте, наверное, лучше. Повыпендриваемся. Ну, Газом, конечно, выпендриваться. Да еще и в нокауте, да еще и непрокачанным персонажем. Ну, это такое себе, мне кажется. Так, Эдгар, алкаш. Ну, Эдгар, как всегда, ребята. Двоих сразу, молодец, красавчик. Опа. Я даже ничего не успел сделать. Все, Эдгар. Это его заслуга, ребят. Да, быстро и эффективно, как я еще раз говорю. Только Эдгар тут всех и завалил. Мы по нолям. А алкаша я вообще не видел, где он там сидел. Наверное, как всегда, где-нибудь в кустах со своей бутылочкой там. Уж не знаю, что он с этой бутылочкой делал, но
Могу предположить. Давно я, кстати, не видел Соньку вот эту вот. Кстати, у нее шапка, по-моему, от Леона. А шарик почему-то этого. Скажи, я скажу. Зря, зря. Эдгар. Молодцы. А тот зачем-то пошел вперед, ребят. Я не знаю, что ему прибило с шариком. Прибо. Нормаленько. Причем Соня здесь. Ну да, она троих завалила. А газ у нас, тем не менее, потихонечку прокачивается. Так, еще одна победа, и мы получаем свою последнюю звезду на этот день. Ну и посмотрим, что нам там. Да, как всегда, редкий кто-нибудь выпадет. Пойдем с макакой. Макака с красной какой. Что у нее там в руке, я не могу понять. Микрофон, что ли, у нее? Ёпарасете. Меня этим киркой, блин. Карлуша меня, ребят, зазвездерил. Это же Рика был. Это был Рика. Так, а что тут прикольного было? Ну, я не пойму, почему тут Роза лучше оказалась? Не знаю. Просто тупо там... Блин, сколько 100 тысяч урона нанести газом? 100 тысяч урона. Я же говорил, редкий выпадет, ребят. Слушай, там газ... А, ну там же были и другие. Просто мы с тобой выбрали газа, потому что у него нету 10 уровня. Вот почему. Мы решили с тобой... Блин, это же сколько я буду там наносить урона-то? Опа, это кто такой? Это Роза, что ли, такая? А мы с кэшбэком пошли. И не хватило, ну ты посмотри. Так вот зря подставляться не будем. Мы один на один, я с Рикой остался. Где Рика? Чё? А что произошло? Как с удара ты? Что-то не врубился я. Шариковое чмо, ребят. Какие-то бомбы летают. А, он, наверное, вот эту бомбу, ребята, и выпустил. Она меня и уничтожила. Короче, тут мы всрали катку, грубо говоря. С ней бесполезно вплотную идти. У нее все равно быстрее атака идет. Это, поэтому зря ты пошел туда, кэшбэк. Хотя тут уже очевиден был. Меня вообще убил снаряд, который кружился там. Я думал, что его можно подбить, а он, походу, не подбивается. Хотя ты хрен попадешь этим шариком по снаряду. Так, опять тут Карлуша, все дела, да? Что у нас тут за биополя такие? Но! Есть. А вот и Карлуша. Гад, ты меня молоток кинул, а? Ну чего ты там плачешь, ноешь, блин? Не ной. Ты видишь, газ вам не особый тут помощник. Минус двоечка, осталась Тара. Погнали за ней. Погнали за ней.
Я даже не сомневался. Да, и урона я не нанес, понятно. Какой из тебя боец? Файт, он там орет еще файт. И, кстати, заметьте, когда у нас уровень повышается, мне кажется, по крайней мере, что противников дают уже посерьезнее. Так, Мортис, Андрюха тут, Найк, Рэй какой-то сюда прицепился. Мортис, только не говори, что ты... Так, понял. Жужелица начал уже. Так, они нам одного бомбанули, мы тоже им одного бомбанули. Так, отходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот кто, как ты думаешь? У него здоровье-то побольше будет. Чё ты делаешь-то, Андрюшенька? Так, зона закрывается. Оно вынудит сейчас выйти. Я в шоке. Я, ребята, в шоке. Это же надо было так тупануть. Чё он туп... Я полностью с тобой согласен. Ты просто опрофанился, парень. У меня, как всегда, заряды кончились, блин, не вовремя. Зашибись. Это мне теперь с ним один на один драться? С шариковым хреном, блин. Подбил я ему, короче, а, он еще одну поставил. Нормально? Давай мы, наверное, вот так вот сделаем. Сюда вот выйдем. Зона закрывается, друзья мои. Зона закрывается. Блин, она же ему дает защиту этой хрени, да, насколько я помню. Есть. Эх, пошли. Ты серьезно, Мортис, блин? Пипец ты, баран, а. Да все, ребята, я один против трех. Какое там? Какое там, бля, вот бараны мне попались. Я манал, этот Мортис. Да, он просто побежит, куда бе... По идее, он вообще должен будет спрятаться в кустах и атаковать из-за кустов, чтобы его не видели. Он бежит на пролом, баран, блин. В первый раз он также сдох, и второй раз, да мне его не жалко ни капельки. Баран, он и есть баран. Таких на шашлык сразу пускают, блин. Ну чё ты не делаешь? Ну чё ты сидишь-то, придурочный, блин? И стоит, блин, ты прикинь, и стоит. Не, ребят, это, по-моему, боты. Галимые тут не попали. Ну что это за... Меня вообще Нита подбила, блин. Я не понимаю, что с этим кактусом не так? Что с этим кактусом не так? Встал и стоит. Пуп земли, блин. И ничего не делает при этом. Вообще. Газ, я задолбаюсь тебя качать на 10 уровне. Вот серьезно тебе говорю. Просто задолбаюсь. Так, синяк. Рика. Мы все как бараны идем.
Ну, конечно же, по мне, блин. Алкаш, ну... Один на один. Алкаш, друзья мои, против Рика. И чё? То, что ты встал за это, он может... Тебе нужно его ловить. Да он уже ушел оттуда. Ой, дуралей, блин. Ну, больной на всю голову, ну... Сейчас тебя зона сожрет, придурочный, блин. Да куда ты стреляешь-то, брид? Ой, дебил. Ну! Неужели, блин? Неужели? Так, друзья, мне надоело подставляться, если честно. Понятно. Я понял все по поводу нашей команды. Ну ты сам видишь, что происходит. Меня просто, ребят, сейчас прижучат. Да. У нас типа ничья. Да я не пойму, ну нахрена вы лезете-то туда? Ну... ну мы обменялись. Один на один, ребят, алкаш против алкаша. У того алка... А, подожди, сейчас посмотрим. Надо фулл хп посмотреть. У кого сколько. Сон Гоку. Ну они сейчас будут просто, ребята, обмениваться на опережение. Единственное, что у нашего здоровья нету. Есть мозги у этого алкаша? Да нет, он все мозги свои пропил. Синяк чертов. Просто синичелла. Просто он бросает бутылку, и он на этот след встает. Ну о чем тут можно говорить, ребят? Обалдеть, блин, командочка против нас. Паровозник. Мортис, ну, конечно. Паровозник там крутится. Главное, ребят, выследить, ну, смотреть. Ну, это, ребят, какой-то клоун. Это какой-то был клоун. Он даже не стрелял, он даже ничего не делал. То есть паровозника можно, грубо говоря... Вот, Мортис видел сейчас? То же самое, ребят. Как и тогда. Как и наш тогда ходил. Это, наверное, бот, скорее всего. Надо же, он что-то сделал. Затутукал, блин. Как я ненавижу газа, а? Ну не могу я, блин. Свои бестолковые шарики, блин, бросает. Это раз. И ульта у него, конечно, пипец. Так, Пайпер, оу, у них снеговик. Ладно, Биби-то фигня. Шелли, куда я перся-то? Это, ребят, Пингвин начал тут херачить уже. Пингвин, Шелли. Чё ты делаешь-то, блин? Автоатакер, ребят. Узнаю автоатаку. У нас одного уже щепокнули. Но мы тоже пингвина завалили. Вот смотри. Вот что мне делать, блин, против ближника? Да ничего не сделаешь, блин. Во-первых, и скорость маленькая. Нахрен Пайпер туда вылезла, тварь, блин. Идиотина, блин.
Понятно, короче, с этой скотиной все, блин. Так. А, нет, все нормально, ребят. Ну вот что, вот что мне делать? Ну нет у меня зарядов, ребята, ну нету, нету зарядов просто. Ну опять же, этот хреносос, блин, на ту же самую граблю наступает. Муха дебильная, блин, как дал бы с ноги, вот в челюсть бы, серьезно тебе говорю, блин. Долбаная муха повелась, блин, неужели не видел, что он там стоит? Чмо, а чмо. А мне что сделать, ребята, у меня три шарика, блин, всего, три шарика, три атаки сделал, их двое, блин. Два шарика попал, третий пока... Все, иди, обсосок называется. Чем мне газ и бесит, ребята. Это-то кто у нас, не могу понять. Но это не Леон, другой. Ай, пойдем. Он даже не сопротивлялся, ребят. Он даже не стрелял. Он бы тару бы уже давно разнес бы с такими идиотскими выпендрежами. Ну куда ты бежишь-то, Макс? А, это Нита, это Нита костюм. Это новый у Ниты костюм был, оказывается. Вот что. Не признал, так сказать. Да неужели, блин? Неужели я выполнил чертово задание? Ну да, и билет получили. Сверхредкий. 100 монет, блин. Офигеть, какой редкий. Прям упасть не встать. Так, Гриф, Шелли, Тара, Бул. Шерри, Бул или Тара. Тару, по-моему, нам надо прокачивать. Если я не путаю. Да, ребята, у Тары 5 уровень всего лишь. В течение 4 секунд Тара и ее союзники видят всех врагов, даже тех, кто в кустах. Возле Тары появляются 3 слабых призрака, которые атакуют ее противника и исчезают через 6 секунд. Мне кажется, что лучше 3 слабых призрака взять. Хотя, хрен его знает. Ладно, Тара, давай возьмем тебя. И возьмем... Баскетбол. Броубол. Захват кристаллов. Сельский клуб. Ладно, сделаем по-быренькому задание эти и все, и фиксим. Как в комментах написали: Рэй, давай учиться играть в броубол и в баскетбол. Ненавижу, ребята, эти режимы, блин, если честно. Но больше ненавижу вот этот вот, каждый сам за себя. Особенно, когда толпой. Если с толпой против тебя соберутся, там тебе уже ничего не поможет. Бул, ну и куда ты рванул? У нас минус один. Да кто там ржет-то? Это идиотская, этот что ли? Ну явно не Тара, блин. Че спим, ребятушки? И остается там один, да? А кто там остается? Дэрил. Кусок говна, не Дэрил. Одно название, Дэрил, блин. Так, мне нужно еще 4 боя выиграть. Слушай, это Тара все-таки так орала.
Это у нее там скулит, поскуливает, блин. Шавка. Команда, блин. Ой. Пайпер, Фрэнк. Так, заткни свой хайло. Что там за... Так, ребятушки, Фрэнк. У меня заряды кончились. Нормально. Восьмибитка тут наяривает. Превосходно. Блин, ну Фрэнку, нифига, ребята, у него... Я думаю, у него радиус такой коротенький. Да хрен там коротенький. Фрэнк, иди сюда. Меня оглушили. И восьмибитка его добила. Лидер по урону Шарикобой? Вы серьезно? Так, Тара. Нам надо еще... Сколько? Еще три победы. Три, блин, чертовых победы. А потом на ранговых боях еще выиграть. Я уж там не знаю, ребят, кого мне там подсунут. Подсунут какое-нибудь мурло. И сиди с ним, мучайся потом. Пчелка. Эдгар правильно пошел. Почти получилось, ребят. Ты сейчас серьезно? Но у меня же, как всегда, ребята, заканчиваются вовремя снаряды. Смотри, смотри, бежит за мной, бежит. Запалил, запалил, гад. Что-то как-то нам не очень тут хорошо, друзья мои, если честно. Хотя бы так. Нам бы их как-то... Что ты делаешь там, блин? Мутузит, мутузит, потом что-то отошел, потом опять пошел мутузить. Щеглазадый. Пчела навозная, да вали ты нахрен. Если ты играть умеешь, нахрен тут нужна. Ребята, Эдгара отравлением, блин. Я так понимаю, накрыли, да? Хлопнись. Схлопнись, зараза. Что он делает? Не пойму. Это бот, походу, делает, друзья. Я не знаю. Наказали, гаденыша. Да ну, это как-то бот. Он раз в пятилетку там выстрелил чем-то, и все. Если бы он отбивался, возможно, он бы меня наказал бы. Скорее всего, с большой вероятностью. Если бы он хотя бы стрелял бы. А он что-то ныкался по кустам, как щеглазадый. Так, это кто такой на мотоцикле, что-то не могу понять. Кеша, Кешенька, я не узнаю вас в гриме. А, понял. Че ты так орешь-то, а, Тара? Кто это? Не могу врубиться. Карлуша, что ли? Я его не узнаю в гриме, ребят. По-моему, это был... Вот куда ты? Ну куда ты вот? Ну куда ты лезешь? А у меня-то, как всегда, ребят, на самом интересном месте. Один на один. Не знаю, что он там мне подмигивал. Видимо, понял, что против Тары ему не выиграть. Как она противно скулит, а? Как она противно скулит? Как призрак, блин. Замка Морисвиль. Давай, сосредоточились, Рей. Нефиг тут баклуши бить.
Да кофиг ли мы-то? Тут все зависит. О, ой. Блин, Пайпер, Соня. Вжик. Вжик. Да, я буду его называть теперь Вжиком. Эй! Эль Прима. Нормально? Молодец. Ты вовремя проснулся, парень. Ты прям вовремя проснулся, идиота, ты кусок, блин. Ну и как ты собираешься теперь драться против них двух? Как? Ну ладно, этого ввалил. Че ты делаешь? Я не знаю, друзья, почему-то последние бойцы во вражеской команде даже не атакуют. Я не знаю, с чем это связано. Но две тары отдуплились моментально. Почему именно я подставляюсь под удар, а? Я вот этого не понимаю. Почему именно я иду, куда... вот иду, он стреляет в того, я иду и попадаю под снаряд. Меня вот это напрягает аж прям. Так, ладно, Тар, все, с тобой закончено на сегодня. Мне нужно следующее задание. Грифом играть, блин. Ай, гриф, гриф. Ну а что делать-то? For business. Херизнес, блин. Пошли давай. Это Рика уже, по-моему, да? По-моему, Рика. Пойдем. Засранец ты мелкий. А этот пошел на пролом. Кусок дебила, а? Так, они сидят в кустах. 100%, ребят. Минус. Я так и думал, что он минуса нет его. Пипец. Я даже не успел бежать. Будем мстить. Значит, этот говна кусок сюда прячется, да? Чё они делают, тупари? Бо, ну куда ты там лезешь, блин, ну? Так, я один на один остался с этим хмырем. Понял. Что ж, подождем. Подождал, блин. Пока он двойничка своего вызовет, да? Блин, ну не получилось, ребят, не получилось. Что я могу сделать? Ну, боролся, пытался, по крайней мере. Ну, они тоже, конечно, молодцы, хороши, блин. Ну, кто так играет, идет на пролом. Ну, барана кусок, а я просто барана кусок. Бежит на пролом и там помирает, блин. Ты остаешься один и что? Против двоих, ладно, одного там шатали, блин. Ну, вот смотри, опять же куда-то бегут. Ладно, здесь ушатали. Тут быстро получится очень. Заклинило. Заклинило, блин. Тут, вот тут тоже, ребята, Эдгар, когда бежит на пролом,
Сразу складывается ощущение, что это бот. Как вот у нас здесь вот эта роботека. Вот куда-то он идет, придурочный. Здоровья ни хрена не осталось. И сюда, придурочный. Взлетел на воздух. Грей, фиг ли ты радуешься? Еще, блин, три поединка или четыре. Четыре, по-моему, там. Он радуется уже. Пошли. Так, от кактуса, ребята, лучше держаться подальше. Так, вот это хламонище идет сюда, ребят. Че? С какого хрена сюда эта херня вылезла? Реклама! Причем где? Все, у нас, ребята, одного минусанули. Меня тоже. Меня эта реклама выбила из колеи, если честно. Хасл Касл, да пошел ты, блин, вылез там со своим Хасл Касл, блин. Да ты тихо-тихо, Рэй, назад. Это паровозник? Так, ребята, у них один кактус остался. Ну, я не знаю, как ты, Пенни, тут будешь. У тебя бочки... Нет, у тебя есть... Он, кстати, вот эту бочку он может взорвать, ребята. В курсе? Да. Да. По атаке он наказал. Я одного не понимаю. Если вот он, например, там сидит в кустах. Стой ты вот здесь. Ну, предположим, да? Стой. Начнет снижаться зона. Он же сам выбежит, блин. Он же сам выбежит оттуда. С голой жопой. Бери его, как говорится, тепленьким. И все. Но ведь нет. Так, пингвин, ребят, сюда идет. Ты типа спрятался, мол... Ты молодец. Так, ребят, если он бросил, так, вон он. Ну этот-то опять же, ну я уже устал, ребята, говорить, блин. Одно и то же, постоянно. Распечатали за 3 секунды, блин. Я вот только могу, ребята, лидер по исцелению получать. Достижение. Потому что все время в кустах сижу и отхиливаюсь. Доктор Сминог, блин. Так, воу-воу. У них такая команда. Кастомай. Это же... Нет, это ЭМЗ. Да куда ты крутишься-то, ну? Блин, надо ее здесь щелкать. Да твою мать, ну! А, мы в сухую вылетели. Все, я понял. У меня вопросов нету. У меня вопросов вообще, ребят, нету. Понятно все.
Да, он тут стоял просто вне игры, блин. Больной кастрат, блин. Я вам, ребята, говорил, дадут дебилов и мучишься потом с ними, блин. Если бы тут каждый сам за себя, блин, а тут, извини, командный бой. Чмо сидит там, блин, не играет. Подстава, ребят. Чистой воды. Опять этот пузырьковое уродство тут. Жопа, ты идешь или нет, блин? Побулькал и хватит. Ну я же только автоаттачер, ё-моё. Куда ты стрельнул, блин? Биби, давай ты наказывай Биби. Да, конечно, это, ребята, не кайф, когда тебя зажимают в два жала. А тут тебе, блин, в три жала со всех сторон. Что ты там сделаешь? Ничегошеньки. Все спустили свою ульту. Погнали. Я думал, сейчас она еще и этого ухоркает. Блин, еще два боя. Что супер наводится на цель. Вращающийся желтый круг под бойцом означает. Угу. Что наводится на цель? Джованна Маслак. Чем я вам могу помочь? Кэшбэкнуться, блин, головой об стенку. Так, это Бул, да, ребят? Это Бул. Пойдем к жопа теперь с этой стороны играет, ребят. Мани, да, уж точно. Так, и остается Кольт. Пойдем прижучивать Кольта. Друг друга, прикинь. Просто друг друга щелкнули. Не бубни. Так, у них минус один. У нас преимущество, ребят. Так, видел я, видел, ага. Бул, все дела. Бул вот тут сидит. Ну что, пойдем ловить? Готово, добегалась. Винникиус. Но неужели? 11 уровень получил у меня гриф. Ну что, нам последний поединок остается и все. Ранговые бои потом идут. Стоит ли мне на них идти? Вот вопрос в чем. Погнали. Так, алкаш. Алкаш! Не знаю, что у него там клинит. Алкаш, убегай. Сосисочник. Но у меня-то, как всегда... Ну куда ты лезешь?
Алкаш, выручи. Понятно, с ним алкашом, короче, все. Я офигею, блин, ребята, я в шоке. Они почти были уже наказаны все. Чё с ультой-то? Это я вот сам говорю, что нечего бежать туда, как стадо баранов. И все равно бежим. И все равно бежим, блин. Как стадо баранов. И всех разнесли. Просто. А ты знаешь, как они делают хитро? Они бегут напротив бочки, ребята. Чтобы первый выстрел, который делаем, не попал по ним. Вот что я заметил. А мы стараемся идти с боков. Видел, как они делают? Потом они, естественно, выходят. Что у тебя за ульта такая ничтожная, блин, а? Так, друзья мои, культушка тут остался. Как старый. Вот именно что. Иди напротив, называется. Есть. Превосходно. Это был последний поединок, да, у нас? Да. Да, друзья. Последний был поединок у нас за грифа. Каких-то 10 несчастных кристаллов. Каких-то 10 несчастных кристаллов получили. Ну чё, давай. Только не грифа. А, ну там, в принципе, там без разницы, ребят. Там же все равно. Кого дадут, того дадут, блин. Кого дадут? Что? Падающая звезда. Моя очередь выбирать, да? Я выбрал. Опа. Опа. Так. Я чувствую, что, ребята, здесь будет трэш. У меня такое, блин, складывается ощущение. Это же Пайпер. У нас две Пайпер, да, я смотрю. Так, я уже, ребят, по привычке, я думал, что у нас задание вырубить всех. Ага. Нам еще одного остается подбить, и все, ребят. Пойду я, наверное. Отлично. Шелли сама нарвалась. А, мы уже с тобой перешли еще и в новую лигу. Бронзовая лига, ребята, 3 звезды. Блинки, 100 штучек. Да не, нет. Да что ты делаешь, Рэй? Погнали дальше. Блин, пинбол, ребята. Твою налево. А это кто? Что-то я не узнаю вас в гриме. И Барута какой-то.
Угу. Броубол. Кольт, тоже не узнаю в гриме. Динамайк. Помылоус. Да. Ну что, просто разнесли в хлам всех. Давай. Я случайно не сам забил его, а, друзья? Такое ощущение было. Да ну, да... Где они все были-то, придурочные-то эти? Я, понятно, я этого выслеживал, блин. Который сбоку там стоит. Горячая зона. Мне как раз нужна горячая зона. Мне нужно 5 побед в этой зоне, блин. Ладно. Погнали. Горячая зона. Есть. Хорош. Хорош, ребятушки. Молодцы. Угу. Ну, горячая зона не так часто будет нам выпадать, как я понимаю, да? Опять броубол, блин. Что ты будешь делать? Так, насколько я понимаю, это Дэрил, наверное, да? С своими печеньками. Нет, это, наверное, Рика, скорее всего, или Рока. Ну? Майбэкшилл. Майбэкшилл. Выбрать-то забыл, парень. Щух. Ну, давай смотреть. Опа-на. Опа-на. Слушай, у них команда почти как у нас. Это Леон. Меня ушатали, блин, всей кучей, прикинь. А потому что я отвлекся. Так. Пипец. А где этот-то идиот, блин? Резался? Вы упустили! Вы что, серьезно? Вы издеваетесь, что ли, а? Какого хрена вы пропустили этого больного-то, блин? Дэрила, блин. Какие-то каличи просто, а. Слушай, да заколебал же этот броубол меня, если честно. Блин, поменять нельзя, я лучше бы, наверное, Рика взял бы.
Но он взял кольта. Ой, блин, ну это трэш. Ладно, посмотрим, что у нас получится. Да куда ты пинаешь-то, придурочный? Ворота не могу пнуть, а? Скотобаза, а? Чё, блин? Чего? Эдгар завалил меня? Да как мог, блин, Эдгар, какое-то плешивое дерьмо, блин, меня завалить, блин? Слушай, ты заткнешься, а? Блять, у меня, ребята, месть по Эдгару. Где он? Чему это? Слушай, ребят, ну это нереально, блин. Один Эдгар справляется со всеми. Погнали, твою мать, блин. Ну ты будешь забивать мяч, блин. Пипец, Калич, ёб твою мать, а. Я в шоке от этих баранов. Пипец. Походу дела не я один не умею играть в этот броубол, а вся команда идиотов, блядь. Недобитых, блин. Что у нас там? А, нокаут. Ну, нокаут возьмем вот так вот. Да. Да. Я вообще молчу. Про броубол? Про футбол так. Давай футбол будем звать. Броубол какой-то. Вот. Ну, естественно. Только Рэй может подставиться, блин. Пингвиненку жопа. А он, кстати, выпустил мелких пингвинят. Щеглазадый этот. Вот так вот. Разговор короткий, блин. Заглохни, пожалуйста, open forum. Открываю свое дело. Нокаут в чистом поле. Нокаут. Опять же, ребят, берем Рико. Леон. Ох ты, у него суперзаряд, ребят, готов. Понятно. Давай горячую зону. Ой, не то. Вот так вот. Ну. Как горячая зона, да? Битва за эти. За убийство. Так вот, у серебряной лиги я смотрю. Джоди. Ишмоди. Блин, мне за руль мало, ну сколько... А, у них три победы.
Плохо. Ну куда ты в свою ульту-то вшивую потратил, блин? Ребята, ему еще троих из наших хлопнуть и все. Да. Именно на мне, да, закончилась вся эта песня? С ультой, блин. Хотел наказать, блин. Но когда ульту стреляем, это не говорит, что мы не бессмертные, блин. Ой. Ограбление. Не, ребят, наверное, последний бой будет. Все, утомило меня это все, блин. Ограбление. Тут вообще динамайк, еще раз повторяю, лучше всего, ребят, динамайк. Встал за перегородочку и закидывай. Нет, ну Пенни тоже хороша, если она поставит, например, свою эту фигню. Так, он там, я видел, ребята, он поставил бомбочки. Он поставил бомбочки рядом с сейфом. Ну, само собой. Давай, прикрывай, я пойду туда. Я пойду туда. И не дошел, блин. Да какого? Я даже не успел, ребят, ульту свою подключить, прикинь. От Леона здесь вообще ноль толку. Просто ноль толку от Леона. Так, сколько там у них? 39%, ребят. Не на очень-то много мы с тобой. Да, двоих. Мы проигрываем, ребят. Индеец вшивый, прикинь. Вшивый индеец тут сидел в кустах, ребята, и палил. Только вопрос в том, как он здесь оказался, если мы его там убили возле его сейфа. Парадокс. Захват кристаллов. Последний бой, все, ребят. Пора уже собираться. Хотел сказать, на покой. На работу. Утомило, утомило, блин. С ними бороться здесь уже. Всякие алкаши, эльпримы и тому подобное тут лезут. В упорище просто, ребята, разнес ему табло, как и полагается.
Вот это сейчас что было бы? Да, вижу я тебя там, говнюк. Кристаллы, ребята, ну, я понимаю, что вы там деретесь, все. Синяк, а. Теперь надо ловить этого Барри, блин. Барри сидит здесь, ребят. Вау, вот это ульта, блин. Ну пошли, твою мать, блин, где вы там все? Заберу. Не помогло. Отлично. Фух. Оу, да. Десятку я ушатал. Да, друзья мои. Блин, ладно, хрен с ним. Давай еще один последний бой, чтобы уже закрыть эти ранговые бои. Ну, ранговый бой, поехали. Ну ты издеваешься, ну. Ну ты издеваешься, твою налево, блин, а. Броубол опять ты сюда мне свой втюхиваешь, блин. Могу прям. Кактус Дэрил. Я понял, ребята, тактику Дэрила, когда он делает с перекатом, пинает мяч, делает перекат и дальше забивает его. Ну! А где мяч-то? В плане, блин! Ёпарасоте, вот это идиоты. Вот это идиоты, ребята. Ну пинай мяч, чтоб твой. Вот это, блин, да, ребята. Мы там, значит, тусуемся. Развлекаемся, так сказать. Дружно, блин. Куда бы тут метнуть-то лучше? В какой уголок-то? Ну туда, наверное. Ну! Нет, блин, твою мать! Да как так-то? Ты издеваешься, сволочь, блин! Ты просто издеваешься, а? Ты просто, блин, издеваешься. Твою... Не докатился микродозу, ребята! Микродозу, миллиметр, блин, не докатился! Ну ты представляешь себе, а? Ну давай, ёпарасоте, вон там хмырь этот ползет. Да пошел ты своим Берри. Опять старая песня о главном, блин. Сейчас будет кувырок делать, ребят, кувырок сейчас будет делать.
Пипец. Не без курка нахрен ушатали. Этот индеец плешивый, блядь, косорылый, просто чмо, блин. Вообще ничего не смог сделать, блин. Стоит там, сопли жует, блин. Просто не смог Дэрила ушатать. Что у нас, блин? А у нас ограбление дебильное, блин. Закроем мы, пожалуй, с тобой сегодня, блин. Как это называется, эту лигу, блин. Ага. Динамайка, ну правильно, динамайка он взял. Кого еще тут можно, блин, взять? Ну что, кто кого-то передамажит, что ли, не пойму. Давай, Эдгар, прыгай! Я уже устал, ребят. С этой тупой не игры, блин, а команды, с этой тупой команды нашей, блин. Опять ограбление. Да вы заколебались своими ограблениями. О, наконец-то хоть кто-то динамайка взял, блин. Был бы у меня динамайк, я бы брал бы его здесь. Понял? Команда, блин, что вытворяет? Куда ульта-то твоя, блин, пролетела? Придурочный-то, блин. Как меня раздражает, а, по поводу ульты. Хельтвей, let's go. Ха-ха-ха. Конечно, меня. Да не обращай ты на него внимания. Да беги ты, блядь, кристалл. Ой, эти, сейф бомби, блин. Ну, он хотя бы бомбочку бросил, ребят, на дорожку. Так, сколько? 69%. Отлично. Карлушу не бойся. Карлуша хороший. Но хотя бы с ульты звезданул немножко. Нормально. Там паровозник, да, издевается. 39 секунд. Еще, ребята, времени до хрена. Карлуша. Не успел я добежать, к сожалению. Чуть-чуть. Надеюсь, динамайк закидывает там потихонечку свои бомбочки-то.
Ой, хорошо, ой, хорошо-то как, ребят. Заливать ну, начал, ну видишь, хламон вышел. Наконец-то, наконец-то. Да. Столкновение или горячая зона? Это уже, ребят, в следующий раз. В следующий раз. Все, все, на сегодня будем закруглять что-то нервов. Я аж весь вспотел, ребят, просто, блин, употел, так скажем. Значит, на сегодня закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.